aktualen, ali ne na kratki rok, na минимум 6 месяцев. I will live in субботица long time. Так, ну что, я снял хату за 200 евро. Здесь пока довольно прохладно. По сути, она такая пустая. Хозяева принесли мне стол. Вот такое рабочее кресло. Я сказал, что я работаю из дома. Никакого постельного здесь нет, но зато есть такая большая кровать. Сейчас пойду тут в местный магаз покупать подушку себе, простыню. Хозяйка дала свой роутер. Я обошел кучу провайдеров, и все мне отказывают. Нужно быть бараваком или должен быть баравак. В общем, видимо, ВНЖ у меня нету, и нормального интернета мне никак не было не подключить. Я спросил, можно ли провести интернет в эту квартиру, и в итоге хозяйка дала мне свой роутер. В месяц можно использовать на нем 130 гигабайт. Такие вот здесь вот правила. Можно установить 500 гигабайт. И топ это безлимит. Он там стоит 3500 динар. А так мой интернет 130 гигабайт стоит 1700 рублей. Прикиньте. В общем, интернет здесь намного дороже. И вообще в целом цены, да, намного дороже. За эту квартиру коммуналка будет примерно 10-11 тысяч зимой. Плюс 20 тысяч рублей аренда. И мне это очень на самом деле повезло. Она недалеко от центра. Она большая, красивая. Но вообще, конечно, люди здесь супер крутые. Монитор, который прожил в моем чемодане почти месяц, пропутешествовал со мной. Сейчас поставлю этот монитор. Надеюсь, он будет работать. Иду за постельным бельем. Местный магазин, который похож на IKEA. Говорят, он даже подешевле. Хочу купить подушку, одеяло постельное. Я какое-то время подождал автобус. Но, кажется, они ходят тут раз в час. Мне нужен автобус до Палича. Палич в той стороне. Там дальше будет H&M, а следующим будет вот этот магазин. Здесь слева, если пройти, будет какой-то рынок Николы Теслы, как я понял. И рядом с этим рынком есть какой-то ларечек, который продает подержанные приставки. Думаю, чтобы не сойти тут с ума и отвлекаться немножечко от реальности, я куплю себе здесь PlayStation 4. Либо, если здесь есть Switch, то, возможно, куплю Switch. В интернете я здесь ограничен. У меня всего 100 гигабайт до конца месяца. Поэтому не так уж и много игр я смогу себе позволить скачать. Сел женщина не на тот автобус. Он в итоге повернул. Билет стоит 120 динар, это где-то 100 рублей. Для одной остановки дороговато, как вы думаете? Походу, московское метро даже стоит дешевле. Я опять на этой улице, только уже днем. У меня есть вечерний проход по субботице, 30-минутный. И я здесь уже шел. Сейчас дальше будет видняться H&M. Автобусы ходят раз в полчаса. Мой российский телефон звонит по 3 раза в день, минимум. С разных номеров. С мобильных, с домашних. Я не беру, но вообще это капец, конечно. Вот так выглядит ряд магазинов с одеждой. Здесь, походу, какая-то техника. Мне нужен удлинитель с кучей розеток.
Розеток в квартире очень мало. На комнату, может, одна или две бывает. В зале две. Такое ощущение, что я потрачу кучу денег сегодня. Помимо постельного нужно ведро с шваброй. Полотенце нужно. В идеале настольную лампу. Наверное, не надо мне так сильно мажорить, а можно посмотреть доску объявлений. Наверное, основное я сейчас куплю в магазине, а разную мелочь, вроде лампочки, точнее светильника, вот ту же PlayStation я возьму с рук. Не буду выделываться. Потом все равно буду либо продавать ее, либо отправлять себе. Ну, конечно, если я здесь не останусь. А вот Гвоздара, я слышал, тут инструменты покупают. Вот тот магаз Юск. Идти мне до него через вот эту парковочку. Здесь не работает ни Яндекс.Такси, ни Uber. Город очень маленький. Я забываю записать номера такси, хотя я могу в интернете, конечно, посмотреть, но меня немножечко обламывает рассказывать на русском языке, куда подъехать, куда мне надо. В приложении это было так прикольно, так удобно. Вот типа такая IKEA. Мне надо в постельное белье. О. Еще думаю, коврик, наверное, под рабочий стол. Купил одеяло, подушку, простыню, постельное белье. И получилось по бабкам, походу, 1013 или 12. Что-то это дохрена как-то вообще. Оно, конечно, все прикольное. Но я реально выбирал сейчас самое клевое, что мне понравилось, хотя были аналоги. Не знаю, стоит ли мне ждать автобуса. Вон какой-то автобус. Там были аналоги с 50% скидкой, но они были не настолько классные. Допустим, подушка стоит 4000. Аналог. Такая же, почти со скидкой, но не настолько удобная. Стоит в два раза дешевле. И также с одеялом. Одеяло можно было взять за 1500, я взял за, возможно, за 5 даже. Что мне потом с этим всем делать? Через год. Или через месяц. Когда у меня закончатся бабки. И я решил уехать. В общем, опять автобус не туда свернул. Самый прикол, что на прошлый автобус я садился вместе с женщиной. Ну так мы пообщались, она сербка. Я проехал одну станцию вместе с ней и вышел. Потому что автобус не туда завернул. Я пошел пешком, она говорит, да пойдем еще на один автобус. Я говорю, да не, я пешком дойду. Возвращаюсь я, встал на остановке, ну, когда поехать сейчас домой. И там опять она. Говорит, сейчас подъедет автобус. Шестерка. Поехали. Я говорю, ну, давай. Тя. Ну, время уже дофига проходит. Мы там с ней немножечко разговариваем. Ее зовут Светлана. Она спрашивает, с Украины я или из России? Ну, я говорю, я из России.
бабушка у меня, тоже Светлана, вот она с Украины. Подъезжает автобус, я сажусь, проезжаем одну остановку, нас... Блин, реально одну остановку проехал, а следующая, вот, короче, впереди. И он едет и едет, то есть он вообще завернул вообще в другую сторону, потому что тут объезд, и он завернул на мост. И, в общем, я просто это расстояние, сейчас иду пешком, которое я проехал. Тут еще также много украинских слов. Разумеешь? Молимо, идемо. Такая прям смесь русско-украинских слов и еще каких-то. Не знаю, смотреть слово пацана. Все о нем базарят. Ну, музон там неплохой, я согласен. А такое ощущение, что это просто какая-то дичь вроде школы фильма и бригады. Ну, вообще, меня такое бесит просто. Вообще, я с этим ничего общего так-то не имею. Со всякими зэковскими штуками. Меня они бесят. Ну вот, 4:30, уже просто ночь. Беспробудная. Я сейчас стараюсь пораньше засыпать и пораньше вставать. Сегодня удалось 8:30 проснуться. Потому что вся движуха тут начинается рано утром, когда встает солнце. Здесь вот ходят люди, более-менее, когда есть солнце. Вот сейчас их нету. Иду за настольной лампой киевской. Нашел один вариант нормальный по объявлениям. Здесь продают много ретро всяких штук. Немецких дизайнеров лампы. О, какой парк. Но они стоят по $100 от $100. А моя лампа, которую я выбрал, стоит где-то 1800 рублей. Это что тут за Баухаус? Похоже, там какой-то художник тусуется. Я иду в округе железнодорожного вокзала. Ну, уже довольно далеко от него, но не сказать, что это окраина. Ого. Что тут за полис? За сербский пан жил 200 лет назад. Причем даже тут встречаются хулиганские граффити грабарей. Вон партизан. Я вот не понимаю. Приезжаешь ты в маленький город и ходишь по частным домам и расписываешь тут дома. А вон там вот шпиль. Это, кажется, уже центр. Правда, я не знаю, шпиль чего. А, кажется, вот с крестом наверху, который говорит. Кажется, это центральная куча в центре Субботицы. Впереди меня железная дорога. Но переходить ее я буду немного позже. Это хобби-шоп. Ну, какой красивый дом. Вроде бы красивый. О! Пес. Ну, только ты не гавкай на меня. Ну, ладно. Ладно. Капец, я выбрал маршрут. Точнее, Google. Это фабрика, написано по производству шоколада, бомбона и специва. Похоже название на
пионер, но что-то не пионер. Не могу рассмотреть. А во. Пионер. О, может тут бомбоны прикупить? Или хотя бы одну шоколадку? Сейчас посмотрим. Здраво. Я бы хотел купить шоколад. Добро пожаловать. 100 грамм. 80 грамм. А, во, да. 100 грамм моя. Ова. Ага. Бела цимедюмбир. Млечно. И с салашником. С милашником. Добро. С орехом. Чао. Еду. Yes. А, картица. Yes. Чао. Я хотел, конечно, немного по-сербски поговорить, но растерялся, наверное. Непривычно как бы вот так снимать и еще базарить. Такое ощущение, что меня сейчас спалят. Сейчас вот мне надо перейти к этим ребятам, блин. Ну, я смог это сделать. На вид, как будто это победа. Но он такой очень сладкий. Югославия. Ну вот все подъезды стеклянные. Сережа из Калининграда, мой знакомый, с которым мы виделись в Белграде, говорит, что не все, но не знаю. Я еще ни одного не видел железной дверью. Здесь вот написано на карте, что очень популярное место. Не знаю, это торговый центр. Пепка. Там вот впереди югославские дворы. Такие, которые я представлял всегда. Я купил лампу. Милош, кажется, зовут. Ну, такой уже дедушка. Улыбается. Спросил, откуда я. Ну, я уже, кажется, понимаю этот вопрос. Он совсем не похож на откуда ты. Что-то там кач, что ли? Кач ты или что-то такое? Ну, это похоже на такой центральный Воронеж. Немножечко. О, там стадион. Хорошая площадка с турниками, которую в Тбилиси не сыщешь. Просто даже турника не найти. Еще этот продавец сказал, у него все внуки с русскими именами. Владимир. Что-то там кто-то еще. Ну реально, русские имена у всех. Ну вроде как они. Хотя нет вообще-то. Вот вчера женщина, ее Светлана зовут. И она говорит, это сербское имя. Все чилят на балконах. Если я не отвечаю сразу на СМС, то я в офисе у себя работаю. Монитор после месяца жизни в чемодане нормально работает. Он был в Турции, в Белграде. И теперь на нем очень удобно рисовать. Кресло не помещается вот из-за вот этой вот штучки. Поэтому для руки я сделал вот такой вот, забыл, как это называется. Но думаю, я куплю мультиинструмент, где там много разных отверток. И попробую убрать вот эту вот штучку, чтобы въезжать в этот стол. О, это стикеры. Шведская Колумбия, Шелбисинка. Это Ольга Васик. Это дизайнерское агентство Щука. А вот это... Маша Артемьева. Когда-то жил в Каменске-Уральском. И на стенах висели вот такие картинки. Ну, я помял, и, видимо, их уже не очень-то. В общем, мне их захотелось взять с собой. Вот моя постельная и клевая подушка. Это какая-то необычная, необычный хлопок. Он... Вау, это что, уже косяк что ли какой-то? Смотрите, с дыркой. А стоит он, между прочим, блин,
почти 3500 рублей. Вот этот вот, наволочка вот с этой штукой. Ну ладно. Здесь ковер. Наверное, я постелю когда-нибудь, но вначале мне надо помыть пол. А швабры здесь нету. Надо купить швабру. Мой китайский чайник воняет пластмассой. Вода воняет пластмассой, чай воняет пластмассой. Так что, возможно, я его верну. Никогда с таким не сталкивался. Я его промыл уже много раз. Здесь я разбираю вещи. И, по идее, мне так-то не нужна вот эта комната. Так что, Жека, есть тут где тебе вписаться, если что. Пригоняй в гости. Тут еще рядом с домом рыночек. Посмотрю, есть ли там швабры. Я нашел швабры в магазине, но они какие-то очень дорогие. За 3000 тряпка для швабры. 1500 рублей. Какие-то космические цифры. Не знаю, может быть, это нормально, не знаю. Посмотрю завтра какой-нибудь магазин. И уборка у меня будет завтра. Сегодня я сдаю 2 заказа. Постараюсь сдать. Здорово. Добрый ухудшаться. Смотрите, значит, налоговая служба России вот по итогам первого квартала выложу 290 баксов, комиссия 550 динар, это примерно, ну это в рублях, наверное, столько же. Это вроде довольно здоровая пачка денег будет. Вообще дофига. А это я все в центре, вот тут вот меняйка зеленая. Что-то получилось даже больше, чем я думал. Сейчас от меня сбежала сербская девушка, улыбалась, но потом рванула через вот эту оживленную улицу. И оказалось 20 лет, правда. Вон злая продавщица. Если с другими она здоровается, и с некоторыми даже улыбается, но почему-то со мной она вообще злая. Не знаю, с чем это связано. Как-то я ей не понравился с самого начала. Еще до того, как она узнала, что я русский. Может, она не любит молодых, красивых парней? Не знаю. Вот бы ее уволили. Как вот я могу повлиять на это? Или перевели в отдел с товарами. В мясной отдел. Где она может вымещать свое зло на мясе. Иду сдавать чайник обратно в магазин. Не знаю, получится ли мне его сдать или нет. Он пахнет пластмассой. Я уже несколько раз промыл его, ничего не помогает. Может быть, даже придется писать заявление на сербском языке.
Это типа ледяной горки. Не знаю, чем она покрыта. Катаются на бубликах дети. Что-то похожее на лед. Я приготовил в переводчике текст. Я могу? Но он пахнет, и вода пахнет. Не можем ничего урадити. Так, а что мы с ним делать тогда? Мислим, нема кода ти да паре назад, одакле паре. Разумеш? Вы не можете поменять? Да не може коришчене. А почему? А да, не, мислим, чиме коришчен види се то. Я считаю, что это дефект, когда пахнет. Сваки се осети на пластику. Не знаю. Добро, я... шта ќе купити друго? Я могу обменять на другой. И но... други ќе бит пластика. A ne mogu karticu. Ne možete. Ne mogu, ne mogu da kucam. Juče nam je stiglo, nemam na stanju. O, izvinite. Ćao. Женщины расстроились. В итоге я выбрал чайник вот такой вот, другой фирмы, стеклянный. Доплатил 168 рублей. Они сказали, что типа все воняют, но не знаю. По-моему, не все.